Оспорили решение главы региона. Дело по факту увольнения Романа Годунина в Октябрьском районном суде рассматривали месяц. Напомню, вице-губернатор был отстранен от занимаемой должности в июле этого года за предоставление подложных документов. Устраивавшись на работу в Белый дом, чиновник не указал сведения о нескольких счетах, имеющемся в собственности нежилом здании, и доходе в размере 25 137 рублей. На судебных заседаниях позицию Годунина представляли его адвокаты. Они настаивали, отсутствие этих сведений в декларации не является причиной для увольнения. Более того, хочу добавить, мы об этом тоже говорили в судебном заседании, что оно и не влияло, содержание этого документа не влияло на трудоустройство его на работу. То есть, если бы он даже указал эти сведения, это не могло бы быть отказом в приеме на работу. Соответственно, уволить его по пункту 11, части 1 статьи 84 Трудового кодекса оснований не имелось. Не согласны представители ИСА были и с самой формулировкой причины увольнения. По их мнению, отсутствие некоторых сведений в декларации назвать подложным документом нельзя. С адвокатами Годунина согласился и представитель прокуратуры, участвующий в судебном процессе. Изучение материалов гражданского дела показало, что представленное Годуниным Романом Сергеевичем предназначение на должность заместителя губернатора Владимирской области и заключение трудового договора, справка о доходах за 2019 год содержит недостоверные сведения, что не свидетельствует о ее подложности. В своем исковом заявлении Роман Годунин просил суд восстановить его в должности, заплатить ему заработную плату за период его вынужденного прогула и выплатить моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Суд, в свою очередь, удовлетворил требования Годунина частично. Восстановить Годунина Романа Сергеевича в должности заместителя губернатора Владимирской области с 9 июля 2021 года. Взыскать с администрации Владимирской области в пользу Годунина Романа Сергеевича заработную плату за время вынужденного прогула за период с 9 июля 2021 года по 24 сентября 2021 года в размере 657 215 рублей 20 копеек. Не удовлетворил Октябрьский суд требования Годунина в части размера компенсации морального вреда. Вместо 500 000 суд оценил нравственные страдания чиновника в 5 000 рублей. Ирина Шульга, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».